Давайте приготовим шампиньоны. Здесь у нас где-то 500-600 грамм шампиньонов. Для этого блюда нам нужен будет лучок, соль, растительное масло, сыр, сливочное масло, немного сливок. Сейчас будем готовить вкусноту. Так, в первую очередь нужно будет освободить ножки наших грибов. Вот таким вот образом, ребятки. Параллельно ставим нагреваться нашу духовку. Режим конвекции 250 градусов, ребятки. Так, следующим шагом нужно будет очистить шляпки наших грибов вот от этой черной штуки, как она называется, не знаю. Но это убирается чайной ложкой. Вот таким вот образом. Очищаем сейчас, ребятки. Так, ребят, вот так каждую шапку очистили. Получается вот такая вот у нас шапочка. От этой штуки, от таких штук, которые лишние, нам не нужны. В принципе, это все можно есть, но это нам сегодня не нужно. Сейчас каждую шапочку отдельно нужно будет обмазать маслом растительным и посолить солью, ребятки. Берем масло, обмазываем с внутренней стороны, обмазываем с внешней стороны. И так каждую шляпочку, ребятки. Так, обмазываем наши шляпки грибов растительным маслом, посыпаем солью, размещаем все это дело сразу же на пергаментную бумагу на противне. Нужно будет отправить в духовку. Так, отправляем все это дело пока в духовку. Так, ставим 150 градусов, буквально минут на 5, плюс-минус. Так, тем временем нужно будет сейчас накрошить наши ножки и лучок и зажарить все это дело на сковородке. Вот так вот миленько нарезаем наши ножки от грибочков, ребятки. Так, ставим сковороду на огонь. Надо будет сковородочку хорошенечко нагреть. Наливаем сюда растительное масло в таком достаточном количестве. И даем маслице тоже нагреться, ребятки. Так, масло наше нагрелось. Отправляем сюда наши грибочки. Будем их сейчас жарить. К нашим грибочкам отправляем сюда лучок, ребятки. Так, наши грибочки с лучком нужно будет отдельно поперчить. И немного посолить. Продолжаем жарить грибочки с лучком. Так, нужно будет добавить небольшое количество сливочного масла, ребятки. Вот так вот. Со сливочным маслом сейчас будем дожаривать. Вот таким вот образом. Грибочки на сливочном масле пожарили секунд 30-40. И добавили сюда сливки около 100 грамм. Нужно будет все это дело мешать. После того, как добавили сливки, нам нужна будет густая масса. Берем вот такое количество сыра и нужно будет его через терку, ребята. Так, отправляем сюда сыр и перемешиваем. Уже можно снять с огня. Нам просто сейчас нужно растопить сыр, ребятки, вот в этой массе. Ох, какие ароматы здесь, ребятки. Так, шляпки наших шампиньонов уже здесь где-то наполовину приготовились, ребятки. Там такой бульончик у них внутри шляпок. В принципе, это дело не хитрое, ребятки. Берем вот такую массу густую, состоящую из грибочков, лучка, сыра и сливок, и начиняем наши грибочки, и получается просто бомбическая горячая закуска, ребятки. Так, вот таким вот чудесным образом нафаршировали наши шляпки от грибов вот такой начинкой. Сейчас еще сверху буквально чуть-чуть нужно будет посыпать сыром вот таким вот образом, ребята.
и отправить все это дело в духовку. И отправляем всю эту красоту, ребята, в духовочку. Ох, какие здесь вкусняшки у нас. Так, духовку минут на 5, 180 градусов, режим конвекции. Прошло у нас где-то 5 минут. Достаем наши грибочки замечательные. И последний штришок. Ребят, я взял сливочное масло. И вот так буквально по чуть-чуть сверху шапки сырной добавляю сейчас сливочное масло. Вот сюда чуть-чуть получилось. Добавим еще. Вот, ребятки, добавил масло. И отправляем обратно в духовку. Все, ты уже почти готова, поэтому мы духовку уже выключаем. Держим минутку-две, и наши грибочки готовы. Ребятки, посмотрите, какая получилась красота. Какая красота. И 100% это вкуснота. Давайте же все это убираем сейчас в тарелочку. Такие у нас получились, ребятки, грибочки. Вот, ребятки, посмотрите на разрез. Грибочек сочный, фаршированный.